Друзья, всем привет! Сегодня мы опять находимся в лесу. И есть интересная идея, такая нестандартная, наверное. Хочу сделать сегодня гамак. Но гамак нестандартный. Просто используя всего лишь ветки. Не знаю, что из этого получится, такого в Ютубе я тоже не видел. Веревку мы использовать не будем, скотч тоже. Короче, будем делать и посмотрим, как эта вся конструкция будет держаться. Сейчас отправляемся на нашу полянку, на другую полянку, интересную. Где выберем два таких дерева и уже пойдем накосим маленьких таких вот палочек, веточек. И будем уже, так сказать, вырисовывать нашу форму. Как всегда, это импровизация. Я буду, в общем, пробовать, и что из этого получится, вы увидите дальше. Погнали! Сейчас смотрите, какую я полянку нашел. И вот здесь есть такие вот деревья. Это кипарисы старые. Я здесь уже был, как-то снимал. И вот можно, в принципе, используя два вот этих дерева, сделать какой-то гамак. Ну, будем пробовать, а там уже глянем, как она будет держаться. И вообще, что из этого выйдет. Сейчас скидываем вещи, идем на другую полянку, на какую-то. Найдем сейчас веточки. Пойдем сейчас в лес такой, который смешанный. Нарежем. Ну, и приблизительно уже будем что-то мастерить. Ну что, пришли мы уже, посмотрите, сколько здесь палок веток таких вот уже порубили некоторые. Сейчас мы напилим здесь небольших веточек и с такой вот охапкой пойдем на наше место. Короче, погнали, вот есть такая, правда, пауков полно. Летит, смотри. Вот такие дебри залез, что капец просто. Невозможно найти палочки нормальные, но там вроде бы как штук 10 получилось. Сейчас еще более такие, более мягкие нужно найти. Ну что, друзья, нарезал веточек, вот сколько их получилось. Но теперь нужно их обработать, переработать, сделать такие длинненькие, ровненькие, насколько это возможно. И вот приспосабливать к этому месту. Друзья, ну, я тут начал потихоньку импровизировать. И вот сюда веточки уже начал вставлять между, ну вот получается ствол идет, и вот такая вот ветка, это кипарис старый. И здесь тоже, вот сюда. Сейчас повставляем их, переплетаем немножко, ну и дальше будем уже связывать, может быть как-то создавать жесткость. Идея-то, суть-то видео в чем? Оказались вы в лесу, и нет у вас, собственно, никакой ни веревок, ни скотча, ничего, а переночевать нужно. На земле, иногда в болотистых местах не стоит ночевать. И поэтому вот такой вот сделать лежанку и на ней переночевать. Но никто не пробовал, и мы пробуем первый раз, поэтому что из этого получится, будете смотреть по ходу.
смотрите, что получается. Вот такая вот лежанка. Ну не знаю, пока, конечно, еще все-таки, наверное, маловато веток. Она не выдержит. Но вот так вот, если мы позаплетаем, еще переплетем здесь, чтобы можно было как-то улечься, то вот такой вот гамак в лесных условиях, я думаю, получится. Но мы еще по ходу дела будем придумывать. Я вот сюда еще поставлял такие параллельно веточки, чтобы переплести, как-то жесткость придать. Ну и, собственно, вот такая вот конструкция выходит. Мало веток, надо идти еще за ветками. Так что идем за ветками, напилим еще так штук 10, попереплетаем. Я думаю, что наш гамак уже будет готов. Поднесу вторую партию наших палок веток. Сейчас подойдем туда, к нашему месту, и будем достраивать уже. Тяжеловато, конечно, температура градуса 34. Ветерок небольшой есть, но все равно. Ну, вот такие вот деревенячки довольно-таки большие. Сейчас уже будем поворачивать, заходить на полянку и достраивать наш гамак. Посмотрите, какой гамак у нас получился. Сейчас покажу поближе. Вот такой вот. Тут ветки идут так вот в одну сторону, и между ними еще перпендикулярно проходят такие. Ну, конструкция такая довольно
довольно крепкая, но, конечно, если на ней прыгать, я думаю, можно и упасть. А так, в принципе, ну что, буду пробовать сейчас залазить на этот гамак. Посмотрим, насколько он выдерживает. Лёх, нормально. Немножко он опустился ниже, но вот он зафиксировался на своем месте. Лежать, в принципе, нормально. Можно ничего не подстилать, даже никакого камыша сюда, листьев. Короче, лежу. Кипарисы вроде пока выдерживают. Вот, так что можно вот так вот переночевать, прийти в лес, если вы не взяли с собой веревку, если вы не взяли с собой скотч, если у вас нет гамака. А нужно где-то переночевать, можно вот сделать такую конструкцию. Конструкция придумана лично мной, такого нет нигде. Вот, ну, в принципе, она держит, и если сильно не, если на ней не прыгать, не скакать, то, в принципе, переночевать можно. Да, как раз хорошо так полежать после такого трудового дня. Потому что пока построил этот гамак, устал, плюс жара, градуса 34. Эй, хорошо.